Они для нас страница в жизни, а мы для них и есть вся жизнь. Здравствуйте, наши дорогие подписчики и гости канала. Сегодня с вами опять кошки. Вот такие вот кошки. Вот такие кошки Басеньки. Батлик. Батлик мой. Вот такие кошки Рыжики. Рыжи. Это моя жека моя. Жека моя сладкая. Вот такие кошки мышеловки. Вот такие кошки Гошки, Картошки, Треножки. Вот такие Томушки. Катюшки, Митюшки, Филюшки. Вот видите, друзья, какие следы. Это мы так воду пьем, булькаемся. И вот такие кошки. Катя, ты уже была. Семенчики, Лорики, Кролики. Нафанечки. Нафанечки. Нюрандыши и Каланды. Малечки, Мали, сладко Мали, плюшки, ватрушки. Ну и, конечно, вот такие молодые зайки. Думаю, сладкие. Яша, 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 Пьястокваша. Вот такие кошки, малечки. Вот такие Сонечки. Вот такие Марсюшки, Марсель. Вот такие Мартики, Мартюшки. Вот такие Сонечки, Маруськи, Машеньки, Дымусеньки, Тишки, Братишки. Господи, парни, вы как тут Мотя с Васей, посмотрите, можно, оказывается, в гамаке вдвоем спать. Бусинки, Дуняшки, Жужи, Немушки и их Михалыч. Друзья, не забывайте подписываться на наш канал, ставьте лайки, ну и либо дизлайки, кому не нравится, пишите комментарии. Так этим вы поможете продвижению нашего канала, да? Да, Филечка мой, Филька? Вот видите, у нас белое пятнышко, где должна быть лапка. Ой, ты мой сладкий. Сладкий мой. Сладкие мои парни, мои парни. Ну что, друзья, ну, настал тот день. В принципе, это было ожидаемое. Сбербанк добрался и до нас. Смотрите, как сладко спит, жайка мой. Кузя это, я думаю, кто тут лежит, это Кузя, Кузяка. Сбербанк добрался и до нас. Вот сейчас вечером заблокировали мне, нам карту Сбербанка. Ну, в принципе, это было ожидаемо. Не удивлен даже, потому что блокируют повально всем. Ну, у кого приютом, волонтером. В общем, не знаю, что будет, друзья. Причем даже у меня есть ведь еще вторая карта Сбербанка. Она зарплатная. Ну, сами понимаете, как у нас в России официальная зарплата-то не такая, как основная. Там мизер, минимум. И на ту карту только зарплата идет мне. Ну, аванс два раза в месяц, аванс и получка. Так даже ее заблокировали, понимаете? Не знаю, завтра поеду. Ну, вот буквально вечером уже не успел Сбербанк. Они же у нас крутые. Ну, по крайней мере, тот Сбербанк, который недалеко от нас, от нашего дома. Работаем мы до 19, понимаете? Когда все люди едут с работы. То есть, ну, я думаю, что... Есть, наверное, которые не до 19, но вот этот у нас до 19 работает. Поэтому я не успел. Завтра поеду. Там недалеко у нас от работы есть офис Сбербанка. Там попробую. Ну, вернее, не попробую, там буду разбираться во время работы. Съезжу.
Ну, в общем, вот так вот, друзья. Поэтому сбербанковская карта пока не работает. Работают... Эй, Лорик, больно мне. Эй, ты раскривушка моя. Раскривушка моя. Думаю, сладкая. Работают Тинькофф банк карты и Альфа-банк. Сбербанк не работает. Не знаю, может быть и не будет работать, может и не разблокируют, как все это будет, я не знаю. Так что, друзья, ну, а если уж и будете переводить перевод, подписывайте все-таки словом «подарок» или «в подарок». Ну что, друзья, еще нового? Сегодня у нас вторник, вечер. Да, в общем-то, особых новостей нету. Федька так и не пришел. Я тут... Канал же еще в Дзене есть. И там за просмотры есть монетизация. И я на рабочем компьютере включаю... Ну, днем. Включаю видео в Дзене. Ну, чтобы оно шло с рекламой. Одно закончится, другое. И тут включил месячной давности видео. Да просто там мы с Верой ходили кормить. И что-то пришло, ну, видео шло. Я пришел на склад, сел за стол, и там как раз Вера раскладывает. И Федька там. Федька, Рыжий, ну, в общем, все. Феликс и Федька. Вот верите, нет, друзья, даже... Слезы покатились непроизвольно. Зай мой сладкий. На самом деле, помимо Федьки, еще пропало несколько котов. Рядом с домом, вот у нас дом, который, где Вера на углу кормит, был такой котик, Грустноглазик. Мы его звали. Ну, кто нас смотрит, наверное, видели его. Такие глаза у него грустные. Уже нету второй месяц его. Белохвостик. Был котик у нас белохвостик. У него кончик бел... Это что, Филя? Что ты юму-то? У него хвостик беленький, кончик. Он пропал осенью. А это его сын. Ну, и у него хвостик-то не белохвостик, конечно. Ну, вот как у Васи. Самый кончик. Ну, коли он его сын, мы его тоже звали Белохвостик, вот пропал тоже. Ну и Феликс, младший, тоже уже, ну, поменьше, чем Федьки, наверное, вот Федьки уже 4-я неделя пошла. Ну, того, наверное, 2,5 нету, тоже нету. В общем, вот так вот, друзья, пропадают коты. Очень это печально, очень грустно. И я всегда виню себя в этом, понимаете, что вот этих забрал, а этих не забрал, они погибли, я в этом виноват. В общем, все это тяжело, друзья, очень тяжело. Это к тому, что я говорю, что работа волонтера, да даже не работа, а вот я работу это не назову, просто вот жизнь волонтера, это наша жизнь. Не настолько тяжело физически. Физически, конечно, тоже тяжело постоянно. Но очень тяжело морально. Если кто хочет из молодежи, ну и может не из молодежи, себя посвятить вот волонтерству, надо быть готовым, что это очень, очень больно, еще морально. Не всегда идет все гладко. Поэтому очень тяжело морально. Не знаю, может, я такой человек, но, во-первых, все принимаю на себя вину во всем этом всегда. А во-вторых, просто очень, очень обожаю я этих четверолапых мартышек моих. Все они мои дочки, сыночки, поэтому за всех душа болит. Ладно, друзья, не буду я вас
грустно водить. Жизнь продолжается. Вера говорит, тебе нельзя ничего, руки опускать. Ну, руки я не опускаю, честно, друзья. У тебя вон сколько их. Жалко, это в Сбербанке не понимают. Ну, может быть, дай бог, они разберутся, что мы не себе на яхты, на машины собираем деньги, а на этих заек. Ну все, друзья, буду закругляться. Спасибо вам, что смотрите нас. Если нравится наше видео, нажмите на кнопочку «Поделиться». Подпишитесь, пожалуйста, на канал, кто не подписался, потому что многие комментарии, добрых комментариев, а смотришь, а комментарии от человека, который даже не подписан на наш канал. Поэтому, друзья, для вас это ничего не стоит. Подпишитесь, нажмите на кнопочку «Подписаться», ставьте лайки, пишите комментарии. Спасибо всем, кто нам помогает. Без вас бы нам, ну, без вас нам вообще никак. Ну, просто никак было бы, да? Хоть у нас много, я представляю, как наши злопыхатели. Да, друзья, есть такие, которые просто терпеть нас не могут, понимаете? Считают, что мы собираем кошек, чтобы собирать деньги. Я представляю, как они сейчас порадуются, прочитав только заглавие этого видео. Ну, всем не угодишь. Главное, что вы у нас есть, друзья. Вы нас смотрите, вы нас любите, вы пишете добрые комментарии. Да, Юми, Юмичка моя, Юми. Тёпочка грустноглазик. Тёпа тоже грустноглазик. Кстати, Тёпа на июль месяце. Мама Вера... А, перелистнула. Вот, посмотрите. Моча, представляете, Моча, Тушка и Вася. Вот они оба тут. Спасибо вам, друзья, всем, кто нам помогает. Вот Тёпушка. Вот на календаре кошек Михалыча за июль. Тёпа моя сладкая. Спасибо вам всем, кто нам помогает. До свидания, друзья. Ой, ты моя Яшенька, мышку не достать. Сейчас папка даст тебе. Ой, ты моя сладкая. Думаю, зайка моя, такой парень сладкий. Такой сладкий мой, зайка мой. Спасибо, друзья, всем. До свидания. До новых встреч.